Это правда. Еще одна победительница поездки в отпуск из Кемерово. Ольга Задоенко. Встречаем Олю. Для меня эта поездка, это было знакомство с людьми. Это те люди, которые своим примером, которые своим ежедневным трудом, вкладом, не ожидая какой-то благодарности или ответной реакции, которые действительно меняют мир в лучшую сторону. «25 марта 2018 года в торговом комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибло 60 человек, в том числе 41 ребенок, В огне дети маленькие, старались, спасения искали, кричали, ждали помощи, они погибли, понимаете, это героизм. А я прохожу, вместо мемориальной доски камень стоит, где их имена? Thank you.